Инфляция в Башкортостане впервые замедлилась в этом году и составила в марте 7,3%. Общий уровень цен снизился в основном из-за расширения предложения продовольственной продукции и услуг зарубежного туризма, сообщили в Нацбанке. Продукты относительно марта 2023 года подорожали на 7,52%. Благодаря господдержке удалось стабилизировать цены на яйца и повысить урожайность тепличных хозяйств. В результате огурцы подешевели, а стоимость помидоров увеличивалась медленнее. Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в марте почти не изменился и составил 7,35%. Услуги подорожали на 6,83%. Чтобы избавиться от прошлогодних запасов, автодилеры продавали автомобили российской сборки по акциям, предлагая выгодные кредиты и программы поддержки от автопроизводителей. Из-за скидок на новые отечественные машины снизился интерес покупателей к поддержанным иномаркам. В результате замедлилось годовое удорожание и тех, и других. Снижение спроса на перелеты внутри страны привело к замедлению годового роста цен на авиабилеты. А увеличение числа рейсов и гибкая ценовая политика ательеров на фоне возросшей конкуренции способствовали замедлению годового удорожания турпоездок в Турцию. Инфляция в Башкортостане в марте оказалась ниже, чем в Приволжском федеральном округе и России в целом, где показатель составил 7,4% и 7,7% соответственно. На рост цен влияет высокий спрос, который пока опережает возможности предложения. Для снижения инфляции до целевых 4-4,5% Центробанк продолжит жесткую денежно-кредитную политику.